Больше сотни представителей сельхозсектора Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья собрались в Костанае. Там прошел первый международный форум. Обсуждали вопросы развития отрасли, внедрения цифровых разработок и меры господдержки. Отмечу, сельхозтоваропроизводители Костанайской области в этом году получат 43 миллиарда тенге субсидий для диверсификации посевных площадей. Основной культурой там остаются зерновые. В отрасли животноводства в ближайшие три года в планах реализовать 145 новых инвестпроектов на сумму больше 200 миллиардов тенге. Внедрение новых технологий, новых подходов, инновационных подходов, как производственных подходов, так и управленческих, это необходимость. То есть без этого уже невозможно. Мы хотим, чтобы Костанайщина стала неким центром экспертных знаний. Чтобы вот именно в этом регионе было сосредоточение экспертов, лучших агротехнологических подходов, производственных, бизнес-подходов в сельском хозяйстве.